Давайте нарисуем кролику подружку. Будет у нас кролик девочка. Также сначала мы нарисуем сначала голову, рисуем круг. Не обязательно рисовать круг одной линии идеально ровный. Вот я рисую штрихами. Нарисовали круг. Теперь делаем удлинение. Удлинение у нас будет небольшое. Вот здесь. Сделали. Теперь чуть пониже рисуем точку. И от этой точки делаем галочку. Это будет наш носик у кролика. Рисуем полукруг. И от полукруга линию ведем вниз. Так мы изобразим здесь мордочку. Это будет дальше у нас щечка. И сюда. Это будет у нас ротик тут находиться. Голову сразу можно сделать более квадратную, вытянутую. Так, от глазик рисуем. Смотрим, какое-то расстояние от носика. Кружок. Рисуем слезную железу. И так как это девочка, мы выведем у нее вот так стрелку. Глазки у нас будут коричневые. Это все, глаза будем потом все рисовать. Проводим линию от этой точки. Может даже чуть-чуть в эту сторону. Проводим такую вот скобочку такую большую рисуем, отступая маленькое расстояние от глаза. Это у нас будет повязка у нашего кролика. Здесь будет тоненькая и небольшое расширение здесь. И все. Сразу можем нарисовать. Она у нас будет кружочек, в горошек, так сказать. Тут складочки. Все это мы прорисуем. Значит, нам нужно нарисовать здесь узелок. Рисуем узелок. Вот она заканчивается, наша ленточка. Рисуем прямая. Отсюда делаем такой треугольничек, галочку. И полукругом соединяем вот эту галочку. Теперь делаем имитацию складки. От галочки. Вот здесь такой овальчик рисуем и загоняем его вот сюда в уголок. Овальчик. И здесь второй овальчик. Потом вот эта вот линия стирается, и он такой фактурный получается. Тут тоже мы нарисуем кружочки. Теперь бантик рисуем. Сначала проведем прямую, и прямая нам нужна, чтобы ориентироваться на длину бантика и его направление, куда будет направляться он. Значит, у нас вот такой недлинный. Сразу сделаем кругленький кончик ему. Например, одна сторона вот такая будет. Вторую сторону вот так закруглим. И также тут светотени все эти сделаем. Второй, значит, ну, давайте отсюда полукруг такой сделаем на направляющую бантика. Вот сюда торчать.
Сразу можно. Так проще ставить кончик. Вот видите? Просто берете и соединяете. И соединяем узелок с этим ушком. Также светотени все сделаем. И обязательно горошек у нас будет также на бантике. Тут у нас мы выделим зону щечек будет. Это же у нас девочка, носик, усики. Будут вот уже больше похожи на кролика. Тело. Тоже тут будет мех, мех, мех. И нам не хватает только ушей. Делаем ухо. Одно ухо направляющее. Первое ухо. Вот будет выглядывать отсюда. Также можете сделать полукруглую линию на кончике. Вот оно. Это будет наше одно ушко. Можно сделать его пошире. Смотрите, чтобы оно подходило вашему кролику. А второе ушко направляющее будет выглядывать с другой стороны. И здесь уже будет серединка. Вот такая розовенькая у нас у кролика. Усики тоже с той стороны. Нам не забыть. Вот и все. Можно теперь